На участке 1272, расположенном во Дворце культуры, уже проголосовало около 300 человек. Всего здесь ожидают более 1500 избирателей – жителей улицы Лемешко, Клубного и Пионерского переулков. Это место стало первым, куда с утра приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Здесь он смог пообщаться как с председателем территориальной избирательной комиссии города Верой Маркиной, так и с наблюдателями. По работе комиссии нет замечаний? По работе комиссии нет замечаний. То есть все хорошо, организовано, четко, да? Ну все. Вы все 3 дня будете? Да. О, отлично. Мы на вас очень надеемся. Не обошли стороной и соседний избирательный участок. Второй день продолжается прием голосов в историко-культурном центре. Никаких очередей. Все организационные процедуры здесь проходят оперативно. Вчера как бы 8 часов вот уже прям оперативно шли. Ну, вчера обычно люди до работы и после работы. То есть те, кто работает. А сегодня уже все остальные. Да. Да, то есть хорошо. В ряде учреждений муниципалитета сегодня работает сразу несколько избирательных участков. Такая ситуация в детской школе искусств. Голосующих здесь принимают разными потоками. Жители микрорайона Солнечной, улицы Донбасской и одного из домов по Советской идут через центральный вход. А избиратели с части школьной, олимпийской через запасной. Такая же ситуация сегодня и в 11-й школе. Участки здесь многочисленные. На каждом зарегистрировано более 2000 человек. На избирательном участке нарушений зафиксировано не было. Люди приходят планомерно. Волеизъявления их не они сами делают, и никто им не мешает. Вот уже 1,5 дня здесь я нахожусь. Ну, никаких замечаний у меня не было. Вот, выборы проходят в штатном, как говорится, режиме. Приходят, конечно, голосовать, да, все и взрослые люди, приводят детей тоже, приобщают к этой форме, да, волеизъявления граждан. Наблюдатели от различных партий продолжают следить за выборами. На сегодняшний день известно, что первый день голосования в муниципалитете прошел без нарушений. Все, на мой взгляд, проходит в штатном режиме, доброжелательно. Избиратели, наши жители приходят, голосуют спокойно. Выбор кандидатов большой, поэтому сидеть дома не нужно. Тем более день такой солнечный сегодня. Выборы депутатов Московской областной и Государственной дум в округе продолжаются. Впереди последний день голосования – 19 сентября. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.